И снова всем привет, друзья и подписчики моего канала. Я очень сильно рад приветствовать каждого из вас на моем новом, замечательном, крутом видосике. Я хочу сразу сказать, что вы меня смотивировали на видосик, набрав 13 тысяч просмотров и 2 тысячи лайков за такое долгое отсутствие времени. Вы, правда, самая лучшая аудитория, и я буду для вас стараться пилить контент. Также у меня на подходе топовые, просто мощнейшие идеи. Около 5, около 4. Ну, короче, скоро вы все увидите. Также я скоро хочу начать делать стримы. И из-за детского контента просто у меня, типа, не получается, не знаю. Типа, я сам врубил или не знаю, короче. И я хочу сказать, что в этом видео вам покажу, как подобрать свое расположение для кнопки, чтобы летела оттяжка, чтобы вам удобнее было играть. И то, и другое, что вы увидите в видосике. Ну, я вам пожелаю удачнейшего просмотра и погнали! Я сразу же хочу сказать перед обучалкой, что это очень странный способ, и такого способа не было ни на одном YouTube-канале, поэтому я думаю, вам понравится, и хоть чем-то я вам помогу. Ну а сейчас погнали к обучалочке. Итак, пацаны, вот и мы подошли к обучалочке. Перед обучалкой вам надо сделать так, чтобы у вас на экране отображались ваши касания, то есть включить отображение касаний. У меня включается так, что я в поисковике просто вбиваю, и у меня отображается, типа, вот эта строчечка. Они у меня расположены в параметрах разработчика, я не знаю, как у вас, но у меня так. То есть, кто хочет, тот найдет, кто ищет, тот найдет. После чего, когда мы отображаем касание, включили, нам надо найти программу, чтобы записывать экран. Ну, вы уже поняли, к чему дело ведет, походу, да? Короче, программу нашли, самое можем минимальное, хоть какое качество ставить, главное, чтобы у вас не лагало. Дальше идем в тренировку. Можете с пингом играть, то есть без интернета, можете с интернетом. Сразу же можете идти в боевую зону и сразу же, типа, начинать файтинг. И, как, типа, вы записали фулкатку, ну там, минуту 3 записали, как вы в тренировке отыгрываете. И найдите самый смачный килл, который вам больше всего понравился, где оттяжка самая, типа, такая более-менее топовая. И вам найти надо паузу. Паузу этой оттяжки, то есть откуда вы начали оттягивать. Когда вы нашли место касания, откуда вы начали изначально оттягивать, мы заходим после этого, то есть мы нашли, пересматривая видосик, заходим в Crosshair для игр, то есть типа AIM-бота, и нажимаем, как я, нажимаем на начните и потом на начните. У нас отображаются две штучки. Одну штучку удаляем, а другая нам остается нужной. Теперь переходим в галерею, в нашу запись видео, ищем самый смачный килл, ищем паузу, откуда мы начинаем оттягивать, ставим эту штучку туда, потом выходим из галереи, заходим в игру, заходим в управление, управление худа, и теперь в самый центр нашей кнопки, то есть ставим нашу кнопку по центру этой штучки, где находится красный кругляшочек в крестике. Кто не понял, сразу же говорю, пишите мне в ВК, я всем отвечу и помогу, потому что я знаю, каково это сложно, не понять человека, ну а я вам постараюсь объяснить доходчиво. Также ссылочка на прогу в описании и в закрепленном комментарии, как и называется, тоже написано. В Play Market лучше скачивать, в самое главное в Play Market. А кто все-таки не нашел эту прогу, пишите в ЛС, я вам помогу. Я думаю, что я вам чем-то помог. То есть расположение кнопки, это не так уж и тяжело найти. Но я, если честно, подзаморочился, когда искал паузу начания, типа, оттяжки, когда я начинал оттяжку. Но я думаю, что у вас все получится, потому что вы же киперкотлетки, я вас люблю, уважаю, короче, ценю. Я вам желаю здоровья вам и вашим близким, чтобы было все хорошо. Я вам пожелаю удачи и всем пока!